Всем привет! Меня зовут Александр, и вы на канале Military Market. Сегодня у нас новинка от фирмы 5.11. Это городская тактическая сумка LV6 для того, чтобы переносить с собой все необходимые мелочи. У нас в магазине сумка представлена в двух расцветках. Это цвет черный и цвет тармак, очень сильно похожий на оливу. Внешний материал — это водостойкий высокопрочный нейлон плотностью 840 ДНЕ. Сумка имеет интересную конструкцию и довольно интересный функционал. На ней имеется 4 кармана. Первый – наружный, в котором можно положить телефон или различную мелочь. Второе – это основное отделение, кстати, очень объемное. На задней стенке имеется велкро-панель, на которую можно разместить кобуру-вкладыш. На передней стенке имеется 3 сетчатых отделения для различных мелочей, например, фонарика. Также внутри имеется пластиковый карабин, на котором можно разместить ключи. Третий – это самый интересный карман, он потайной. Закрывается он на липучку велкро, что позволяет его спрятать на общем фоне. В этом отделении очень удобно будет переносить различные документы. Четвертый расположен на задней стенке сумки, он сетчатый, который закрывается на липучку велкро. Спереди имеется две утягивающие стропы, с помощью которых можно ее отрегулировать для более удобного использования. Выполнена она в максимально гражданском стиле, даже фирменный логотип можно спрятать в специальное отделение. Отличительная черта этой сумки от всех других моделей заключается в том, что ее можно носить различными способами. Достигается это с помощью специальных крепежей и четырьмя стропами, нашитыми на самой сумке. С тыльной стороны расположены 4 петли. С помощью них сумка крепится к рюкзаку LV18 от 5.11. Она вам прослужит очень долго и оставит только положительные впечатления. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментарии, о чем бы вы хотели увидеть следующий обзор. До встречи в нашем магазине!